Водительские права отобрали у наркомана из Елизова. Это произошло после проверки транспортной прокуратуры. Установлено, что 45-летний горожанин получил удостоверение, которое должно было действовать до 2027 года. Однако выяснилось, что из-за употребления запрещенных веществ мужчину поставили на учет у нарколога. Этот факт является медицинским противопоказанием, создает угрозу всем участникам дорожного движения. По этой причине надзорное ведомство обратилось в суд с иском о прекращении действия прав. Доводы признали обоснованными и удовлетворили. Решение в законную силу пока не вступило.